Так, это я улицу снимаю, чтобы потом по карте посмотреть, насколько она центральная. Ну, сейчас я так смотрю по карте, она не на отшибе и, ну, не в самом центре. Это где-то такая, такой среднячок такой хороший. Вот. И если повернешь там налево, направо, такая вот улица. Тут так вот дорога, если можно видеть. И улицы, в общем-то, одинаковые. Они имеют такую одинаковую ширину, вот такую вот примерно. Также заставлены машинами. Вот в таком вот порядке. И... Ну, типа вот мне чем Милан не понравился. Во-первых, он плоский. Это тебе не Рим, там, город на семи холмах. Там что-то интересное там. Ну, то есть ты то спускаешься, поднимаешься, там лестницы, все вот эти, все такое, такое рельефное, очень приятное. А здесь просто как будто такой плоский, как блин. Понятно, что там Альпы вот под носом, и, в принципе, это, типа, весело. То есть я вот когда выезжал с аэропорта, смотрю, там так вдали эти горы. То есть они такие там со снежными шапками. И такие не низкие горы. То есть видно, что пару километров. Там, ну, походу, Альпы. Вот, все как-то, ну, вот так вот. Понимаете, да? Я вот вчера всю ночь ходил по центру. Не то чтобы всю ночь, ну, так, часа так, 2-3 где-то. И вообще не нашел для себя ничего такого интересного, кроме вот Миланского этого собора. И вот возле Миланского собора там такой, как Витторио Эммануэле, такая как, типа нашего пассажа, только раз так в 10 больше. Сейчас мы до него дойдем еще. Я просто снимаю так вот, типа прогулка в центр города. И так вот пока никакого удовольствия, никакого, ни эстетического, ничего. Да и очень, улицы очень похожи друг на друга. Ну, все.